переработки муската, мускат гамбургский. Отделяем гребнеотделительной машинкой. Поехали. Так ты сяди. Или... Ветки в сторону. Отлично. Идет переработка. Здесь уже отделили. Сам процесс. Веточки вон отдельно падают. На это отдельно. Чтобы сильно терпки не было видно, необходимо отделить. Чуть поправляем. Это, конечно, не электрическое, но тем не менее работает отлично. Машинка итальянская. Очень хорошо себя показала. Да. Вот и заканчивается. Пожалуйста, 30 килограмм за 2 минуты отделила. Здесь гребень отдельно есть. Все, на этом заканчиваем. Да что ты на меня глядишь? Вот. А сюда? Ага.